мы снимали обычное видео. Но то, что произошло, шокировало всех. Стоп, стоп, ребята, стоп, давайте. Сейчас запись можно. Меня, пранкера, пранканули. Этого никто не ожидал, и таких ярких эмоций я давно не испытывал. Но давайте обо всем по порядку. Смотри внимательно, иначе ничего не поймешь. Ребята, всем привет, меня зовут Паша Акстар, и да... Я объясню, почему я говорю, что я тот самый малыш виртуоз, чтобы лицо запоминали. Think about it. Ребята, всем привет, меня зовут Паша Акстар, и это я, тот самый малыш виртуоз, которого вы знаете. Вот запомните, посмотрите. Это вот я. Сегодня у нас два знаменательных события. Первое, я в шортах, вы впервые видите меня в шортах, я никогда до этого в шортах не был. И второе, вы смотрите это видео. Значит, что сегодня будет? Любой желающий сможет подойти и спеть вместе со мной песню, которую он сам выберет. Но не просто так. У нас есть тайный судья. Если песня ему понравится, он показывает вот так, и человек получает деньги. А если ему не понравится, и он показывает вот так, то ничего не будет. Человек просто уходит. Давайте заново. Почему? И, кстати, если вы хотите узнать, кто скрывается под маской, то смотрите видео до конца. Один момент. Всем привет, кстати, да. Я не под маской. Это не я. Так что вы не знаете, кто там. Даже я не знаю, кто там. Так вот. Да. Мне нужно будет выйти микрофон, и я хочу кое-что сказать. Мне хочу кое-чем признаться кому. Прям в видосе, чтобы, знаешь, видео на канале вышло, и там было мое признание. Так в чем ты хочешь признаться? Что, прям всем сказать? Скажи мне. По поводу той девушки, ну... У меня есть идея получше, пойдем расскажу. Ну так что, ты хочешь признаться девушке? Так что, чего ты раньше-то не сказал? Не надо ничего выдумывать, есть гораздо круче способ. Смотри, ты можешь заказать самую настоящую песню в подарок, которую запишет профессиональный артист по любым историям и фактам из жизни. И от твоего имени это будет. Круто же. Ну, я знаю, что ты на мели. Поэтому пробный заказ, пробную песенку можно в подарок оформить, бесплатно будет. Ну, это всегда приятно. Компания Подаритрек занимается написанием авторских песен в подарок на заказ для близких и любимых людей. А причем песни исполняют профессиональные музыкальные артисты. Круто же? Да, очень круто. А ты что делаешь вообще? К лету готовлюсь. Смотри, простыми словами, ты выбираешь артиста, чей голос и стиль тебе нравится больше всего, и описываешь ему любую историю из жизни. Например, там, где и когда вы познакомились, сколько лет вместе. В общем, все то, что хотел бы там в песне, чтобы было. И артист на основе всего этого сочиняет песню в адрес твоего любимого человека. Ну вот это реально круто. Мы возле твоего дома в машине 2 недели, уже вместе 7 лет, 24/7 мы. Мы можем только мы, я за тобой хоть на север, хоть в Сибирь. Теперь внимание, по промокоду Акстар для тебя совершенно бесплатно сделают пробный фрагмент песни твоей будущей, да? И бесплатно, и за 24 часа. И ты уже можешь послушать и решить, нравится тебе песня или нет. Если понравится, ты можешь купить полную версию со скидкой 20%. И я уверен, что удивит результат тебя, и вас тоже результат удивит. Просто попробуйте, это бесплатно, а там уже решите. Подари трек, подари вау эмоции. Понял? Да. Чтобы оформить бесплатный пробный заказ на песню, переходи по ссылке в описании, заполняй быструю анкету и вводи мой промокод. Ребята, всем привет. В общем, сегодня мы снимаем такое видео, кто споет со мной, получит деньги. Но есть нюанс, у нас есть тайный жюри. Где он? Вот он входит. Который будет показывать, нравится ему или нет. Если нравится, вы получаете деньги. Если не нравится, ну просто споете со мной. Любой желающий может подойти, выбрать любую песню, которую он хочет, и спеть. Лес рук. Кто хочет, давайте. Ребят, ну и поддерживаем каждого. Спасибо. Как вы хотите. А из тополиного пуха можно? Тополиный пух жараель? Да. Можно. Тополиный пух. Ага, давайте еще раз, секунду. Тополиный пух жараю, ночи такие теплые. Все хорошо. Ребят, поддержим еще раз. Спасибо. Тополиный пух жараю, ночи такие теплые. Только ты не веришь никому. Наш тайный судья оценивает песню. К сожалению, но спасибо.
Спасибо большое. Давайте уступим девочке. Как песенка? Ваша музыка на равном весе. Ого, прямо так? Слушай, а если не из квашеной, или только квашеную хотела бы? Ну, конечно, было бы желательно ее. Угу. У нас сейчас будет киш, кукла колдуна. На самом деле, я, к сожалению, не смог найти аккорды на эту песню, а так, Саш, мы бы, конечно, сыграли твою песню. Оцениваю. Какого? А, давай, Ром, конечно. Класс, Ром, какую песню? Темно-оранжевый закат. О, давай. У нас песня «Темно-оранжевый закат» от Ромы. Поддержим его. Судья. Ну, ребята, у нас очень строгий судья. Молодец, Ром. Вообще молодец. Красава. Мне было безумно жалко ребят, которым показывали дизлайк, но шоу есть шоу. А сейчас будет тот самый момент, который сделал это видео, ради которого вы его смотрите. И давайте я вас не буду отвлекать, просто его посмотрите, все потом расскажу. Давайте еще раз, кто хочет спеть? Поднимаем руки. Очень много рук, вы вообще крутые. Итак, я выбираю. Ребят, не обижайтесь, если не вас. Давайте вот девочка. Да. Давай, вот царицу знаешь? Царицу? Вау. Я царицу никогда не играл. Итак, ребята, у нас песня «Царица» от Насти. Как тут вообще? Мальчик папы прям в центре зала.
Ну, ты вообще молодец. Песня хорошая, да? Давайте поддержим. Одну. Ну, тут очередь. Одну. Ладно. Одну. Хорошо. Можно? Давай, Елена. А какую? Ребята, у нас опять зарубежная песня, очень классная. Good for you. For you, I guess you moved on really easily. You find a new girl on your own in a couple weeks. Remember when you said that you were meant to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess a therapist, a fine for you should be love. Now you can be a better man for your brand new girl. А что за царица была? Ладно. Круто. Во-первых, давайте тайная судья оценим. Класс. Супер. 5000 рублей. Круто. Но что за царица была, я не понял. Честно говоря, тут я потерял дар речи. В тот момент, когда она запела, меня такие эмоции переполняли. Вообще, от осознания, что это пранк, что она круто поет, и вот все это вместе, что это вот так все это видят, и все вот это вот просто нереально. Но все, что я сказал, это офигеть. У тебя эмоциональный диапазон, как у зубочистки. Уже после съемок к нам подошла эта девочка с мамой, ее, кстати, Настя зовут. И оказывается, что она участница шоу «Голос дети». Тут я, конечно, вообще охренел еще больше. Она давно подписана на меня. И в телеграм-канале я, в общем, звал людей на эту съемку. И вот они тоже пришли. И оказывается, что мама ее уговорила вот пранкануть меня вот так. В общем, веселая история. Поэтому, ребят, подписываемся на мой телеграм-канал, там много всего интересного, классного. И самое важное, я придумал новый формат видео, который вам очень зайдет, и он будет выходить только в моем телеграм-канале. Поэтому обязательно подписываемся по ссылочке в описании. Я вас там жду. Так, отвечай быстро и не задумываясь. Твое любимое время года. Лето. Думаю, что я угадал. Смотри, что еще могу угадать. Ты меня смотришь, значит, тебе нравится, как я играю на гитаре. И я думаю, что хоть разочек ты задумывался о том, чтобы научиться играть на гитаре. Так вот, лучше возможности, чем сейчас, уже не будет. Объясняю. В честь Дня защиты детей мы решили провести акцию и сделать скидку 50% на первый курс с 1 по 5 июня. А обычно на первый курс мы скидок вообще не делаем. Поэтому прямо сейчас переходи в описание и учись играть на гитаре. Оторвались, походу. Но если серьезно, то обычно мы реально не делаем скидок на первый курс. Но у меня много молодых ребят среди аудитории, для которых цена является самым главным препятствием, чтобы стать гитаристом. Поэтому наша гитарная академия решила вас поддержать и оплатить половину вашего обучения, чтобы вы наконец смогли круто зажигать на гитаре. С 1 по 5 июня мы обычно никогда не делаем скидки на первый курс, поэтому сейчас самая крутая возможность. Ссылочка в описании. У вас настоящие татухи на лице? Нет. Надо выбрать кто? Давайте, да, девчонок, четвером, конечно. Проходите. Какую песню? Юность? Давайте максимально поддержим девчонок. Кайф. Готово? Давайте. Поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом они. Все, и за теми не спят, кто под нами внизу, вы
Итак, оценку. Давай, давай. Конечно же. Так. Класс, вы что, молодцы вообще. Так, где же, какую песню хочешь петь? Не, давай куплет и припев. А ты в какой тональности? Тебе или ты не знаешь? А, если бы слезы твои были бы огонь. А в какой ты поешь? А. Итак, у нас Анна Цай, слезы. Поддержим. Если бы слезы твои были водой, ты уже напоила ею весь мир. Милая, в жизни есть не только боль, сможешь здесь сиять еще ярче звезды. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Но ведь не всегда жизнь бывает такой. Ура, выбирайся из этой дыры. Поверь, все окутано пылью. Не растут цветы, хоть раньше и были. Время ведь идет, а твоя жизнь все хуже. И никому прислониться душе в душ. И чувствую, будто ты во всем мире лишний. Плохо уже так, аж хочется скрыться. Я это сама не понаслышке знаю. Но знаю, кто погас, потом лишь сияет. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Милая, но в жизни есть не только боль. Сможешь здесь сиять еще ярче звезды. Если бы слезы твои были водой, ты бы уже напоила ею весь мир. Не всегда жизнь бывает такой. Давай выбирайся из этой дыры. Круто, молодец! Умница вообще. Ой. Итак, наш тайный судья. Класс. Что, 5000, да? Давай, иди. Очень молодец. Конечно. Так, если кто выходит, поет, тот еще и фоткаться может. А и кто... Может потом дождаться, когда закончится и испортимся. Давайте похлопаем еще раз. Круто, вообще много народу, все поют, вообще класс. Так, давайте вот девчонки стоят. Да, там их трое, но нас двое всего лишь. Да. Что у нас подписка в ТикТоке и на Ютубе есть у всех? Подписочка есть. Супер, и, класс. И в Ютубе тоже есть. Класс, лайки все. На всех роликах. Хорошо. Цепочка в улице, пытайся. Гореть не бойся, останься. И подсечем по неону все по-другому. Что мне делать? Если я с тобой, я так хотела, чтобы было сладко. Что мне делать, если я с тобой, я так хотела, чтобы было сладко. Итак. Что это такое? У нас тайный гость, он вообще очень строгий. Когда мы начали снимать, желающих было слишком много. Вообще все хотели петь. И мы были немножко неподготовлены. Я взял 50 тысяч рублей с запасом, да, на призы. И даже они закончились. И когда я сказал ребятам, что, ребят, у нас деньги закончились, они сказали, давайте бесплатно, мы все готовы бесплатно петь. И этого я вообще не ожидал. Какая песня? Давай, может быть, детство. Давай. Как зовут? Бенни. Боже, какой мягкий. А это что за порода?
Той пудель. И, ребята, у нас Рауф, Фаик, детство. Делай! Погнали! Поддержите, пожалуйста! Теперь прошу тебя, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил в нашей вечной о любви. И отпустил ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. Не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. Не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство. Помню наше место. По 16 устраивает сила большой. Села мою футболку. Мне нету толку. Ошибался, зачем я так влюблялся? Детство, помни наше место. По 16 устраивается ломаться. Ты взяла мою футболку, мне нету толку. Я был ярко ошибался, зачем я так влюблялся? А давайте еще тайный судья будет выбирать, кто пойдет дальше. Да, я с себя всю ответственность, понимаете, сегодня снял. Круто. Какую песню? Какую? Давай, конечно. Ребята, вы сейчас кайфанете. Ой, я спалился, блин. Я выпил свои силы, и полный лесника ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня пустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Поддержим максимально. Круто. Ничего страшного, Маша. Вообще классно вышел. Ты молодец, что вышел. Да. Ребята, давайте поддержим всех тех, кто вышел и спел. Вот, на самом деле, это очень страшно и волнительно. Представьте себя на их месте. Им будет очень приятно, если вы что-нибудь напишите в комментариях, они точно смотрят это видео. Ну и про лайк не забудь, это тоже важно. Итак, вердикт тайного. Судья, мне всегда говорит тайный. Вы и так поняли, да, что он достаточно тайный? Нет, потом узнаете видео. Хочешь узнать, кто под маской? Тогда смотри до конца. Давайте я сейчас выберу. Давайте. Ну давай, конечно. Какую песню? Знаешь, три полоски. Animal Jazz? Окей, у нас три полоски, Animal Jazz. Давайте еще подпевать, ребята. Как же... Отдачу мало билет, мы переживем. Класс! Вердикт? Шесть.
Все, супер приз у нас тогда, 5000 рублей. Ты согласны? Да! Вручение. Супер! Привет, подпевайте. Спасибо большое. Я, прикиньте, пока играл вам, у меня ноготь просто отлетел. Кто, может, видел? Это вообще жесть. Ну что, ребята, вот так получилось. Я, во-первых, в шоке. Меня сегодня самого разыграли. Это так необычно, потому что я всегда всех разыгрываю, а тут разыграли меня. Короче, офигеть. Надеюсь, вам тоже понравилось, и вы поставили лайк. И если мы наберем много лайков, то продолжится эта рубрика, если вам понравилось. Если нет, то, значит, не будем больше такое снимать. Ну а теперь, кто же все-таки скрывался под маской? Чтобы вы понимали, даже Илья не знает, кто там. Даже я не знаю, кто там. О. Я открываю. Давайте быстренько сейчас сфоткаемся, как хочет. Да, давайте. Стойте, давайте. Стоп, стоп, стоп. Ребята, стоп. Давайте назад, назад все. Тут много оборудования. Ребята, все назад, пожалуйста. Вырвалось, да? Сейчас запись может крутить. Реально?